Многие люди очень боятся потерять деньги. Они так сконцентрированы на этом страхе, что в результате реально их теряют. Инфляция, кризисы, невыгодные сделки, импульсивные покупки и прочие ситуации. Как обеспечить финансовую стабильность, несмотря на негативные внешние факторы? Есть несколько простых правил, которые позволят вам устоять на ногах, даже когда штормит. Первое – всегда управляйте своими деньгами и контролируйте их. Частенько люди думают, что это можно отложить на потом и, что называется, сделать завтра. И когда в экономике наступает спад или они теряют деньги, они очень жалеют о том, что это не сделали сразу. Но время не вернешь, и тех возможностей уже не будет. Поэтому поставьте в своих приоритетах как можно выше постоянный контроль и управление своими финансами. Второе. Постоянно создавайте свой капитал и защищайте его. Храните накопления в разных активах. Не складывайте все яйца в одну корзину. Эта банальная истина уже набила оскомину, но все ли так делают? Третье. Когда в экономике спад или кризис, не поддавайтесь панике. Запомните важную вещь. Больше всего ошибок человек делает именно когда он торопится или волнуется. Попробуйте делать то, что для вас привычно в условиях стресса. И это окажется гораздо сложнее, чем обычно. Принимать финансовые решения, не обдумав их, не взвесив все за и против, не владея достаточным объемом информации, это как играть в казино, может повезти, а может и нет, чаще нет. Не бегите, сломя голову, за толпой. Сначала думайте, собирайте информацию, анализируйте. Тогда вы значительно снижаете риск ошибиться и потерять деньги. Вы здравомыслящий человек, и ваше адекватное восприятие реальности не раз вас выручало. Доверяйте прежде всего себе, а не толпам экспертов и советников, которые сегодня говорят одно, а завтра совсем другое. Вы умный человек, и ваши крепкие нервы и самообладание помогут вам не наделать ошибок. Четвертое. Постоянно создавайте множественные источники дохода. Среди них важно иметь и такие варианты, когда получаешь пассивный доход от своего капитала. Ваша денежная река никогда не пересохнет, когда ее питают десятки, а лучше сотни маленьких финансовых ручейков. Множественные источники доходов – это основа финансовой свободы в любое время. И когда в экономике процветание, и когда наступают времена похуже. Если вы стоите на двух ногах, вам гораздо проще сохранять равновесие, чем балансировать на одной. Мудро распоряжаясь своими деньгами и постоянно заботясь о том, чтобы ваш капитал приумножался день ото дня, вы создаете уверенное и безопасное будущее для себя и для своей семьи. We'll be right back.